Inilah rekaman saat puluhan tentara Ukraina tampak ketar-ketir masuk ke dalam pengangkut personel lapis bajanya. Mereka bak kucing-kucingan dengan serangan proyektil Rusia yang terus berdatangan. Rekamannya beredar di Telegram pada Minggu 5 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara Ukraina memutuskan untuk masuk ke dalam pengangkut personel lapis baja M113 dan meninggalkan posisi mereka di bawah serangan gencar pasukan Rusia. Samping itu, pasukan Rusia terus melepaskan tembakan dari segala arah. Setelah dua tembakan proyektil dan peluncur granat, para tentara Ukraina masih tidak membatalkan niat mereka untuk menaiki pengangkut personel lapis baja hingga mereka ikut terluka akibat serangan Rusia. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Еще давай, еще, блядь. Да надо, блядь, еще, блядь. Красавчик, красавчик, блядь. Блядь, сейчас как их встречают? Да, еще, еще. А кто застрелил, пидор, на следующий? Аха, аха, блядь, отвечай. Сука, отвечай. Гранатометчик еще, давай, еще пилот, туда еще, же! Пилот еще отходит, блядь! Вот сука! Давай, давай еще! Давай, давай, пилот, пилот, блядь! Он жопой стоит, вот давай жопой! Ну, давай. Давай! Жопу давай, блядь! Жопу сюда засади, блядь! Ну туда, прям, вовнутрь! Давай, блядь. Давай! Сейчас там корректуру готовится! Пулеметчику огонь! Пулеметчику огонь! Отдайте троих за. Да, ебать! Давай, да! Еще! Красавчик, да! Это пизда! Да, пилот! Давай, газуй, не очень! Еще туда, еще! Нет, стоп, подожди, сейчас корректуру дам! От сука! Она разулась! Давай, бортом она развернулась! Вот встала, вот он встала! А, он пулеметом хуярит, она твой поворот! Давай, работай одну! Отходи, гранату закидывай. Гранату надо внутрь, гранату. Пусть не подходит туда. Да ну что он делает, дебил? Вот! Откинула, отбилась она, по-моему. Подни. Блядь, надо еще, внутрь надо граната, чтобы... Да прям под бок поджаться. Поджаться и... под бок и, блядь, закинуть. Да этот, в личку фотку, блядь, там. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.